Господу помолимся. Открывать выставку православия Петров пост молебном стало уже традицией. Молиться, говорят священники, нужно перед началом любого доброго дела. Выставка православия – это большое событие в духовной жизни города. Ежегодно сюда приезжают представители храмов и монастырей со всей страны. На юбилейной 20-й выставке их более 70. Из Беларуси, Украины, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Греции и России. Хочется, чтобы каждый монастырь рассказал о себе, храм, монастырь, храм, подворье какие-то, да, которые рассказали бы, что они есть, что они делают, что они производят там своими руками. То есть поделиться вот этой радостью, поделиться вот таким духовным общением с нами, с жителями города Сочи. На стендах выставки книги, православные сувениры, церковная утварь, постная пища. Почти возле каждого стенда можно прикоснуться к привезенным православным святыням. Главное на выставке в этом году – это икона великомученика и целителя Пантелеимона, написанная на горе Афон. Обычно верующие просят у святого здоровья и сил. Здесь же можно приложиться к ковчегу с мощами мучеников Киприана и Иустины, а также Киева, печорских святых. Не все мы можем совершить паломничество, а здесь мы можем прийти, увидеть монастыри и храмы, которые приехали к нам с разных уголков нашей страны, поклониться чудотворным иконам. Будем надеяться, что посещение этой выставки протопчет для вас еще маленькую дорожку к большому храму. Православие – это не только выставка и ярмарка, но и образовательный форум. Гости здесь могут посмотреть православные фильмы, послушать лекции и пообщаться со священниками. Выставка будет работать до 30 июня в Гранд-отеле «Жемчужина» с 10 до 18 часов. Вход свободный. Инга Габеша, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.